Всем большой привет. Всем привет. Все, настал день, когда мне надо выходить на работу. Все, и то меня опять Настя спрашивала. Я точно выздоровела? Вот. Но вроде нормальная температура, уже давно нету. Ранние денечки, которые мы просидели дома, я просидела дома, мы сделали там печеньки, с Димой, с папой доделали кухню, у нас теперь подсветка есть, вытяжка до конца доделана. Потому что мы еще делали меренги вчера, например, сделали, которые не получились, они все-таки сырые. А я должна была сегодня везти их в кофейню, поэтому, может, сегодня еще попробуем, но не факт. Вот, плюс сегодня еще печеньки буду выпекать в кофейне там же. Не знаю, сколько штук, наверное, около 20. Вот, как мы готовили дома с шоколадом. Вот. Не очень радужные новости, конечно, у нас были вчера, позавчера. Вот. Да, так что посмотрим, что как будет. По состоянию здоровья вроде нормально. По поводу аллергии, но немножко есть, но не так, как было. Я помню, даже кусочек как-то засняла, когда у меня вообще начался трешняк, но там я и то уже кремом намазала, а было вообще жесть. Так что посмотрим, что будет. Везу иголочку еще одну для рисования на кофейной пеночке. Да, это уже вторая. Надеюсь, последняя. Цепочку. Ладно, поехали. Как-то вот так. Погода хорошая. Ну вот и все. Мы приехали, я не знаю, Дима сейчас подойдет, не подойдет. Что-то меня в машине раскимарило. Кошмар. Так, сейчас будем снова распаковывать. О, у нас перестановки. Так, а где? А, нету, да? Ну ладно. А, нету, пошло. Неон надо включить. Так, что тут? А, ну вроде. А, теперь все по-другому. Ну ладно. Ну ладно. Чить все. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Отлично. Ну, наверное, так лучше. Не знаю. Ух, что-то мы вообще с Димой уставшие такие же. Дима, не Дима. Дим! Это ты? А что такое? Мне кажется, будет против. Класс. Я сейчас рассказывала 7 минут в пустоту, потому что у меня ничего не записалось из-за того, что опять мало памяти. Но я сейчас удалила, почистила кэш, у меня есть 2 гигабайта. И не дай боже, мне не дадут записать хотя бы 2 минутки. Я быстренько попытаюсь все рассказать. Господи, опять сыплюсь, но... Это лучше, чем у меня было. Сегодня я иголочкой не пользовалась, я ее распаковала, но что-то там порисовала, но это особо такое. Рисунков не было. Было очень такое странное состояние, думаю, такое у всех, когда дома сидишь очень долго, отдыхаешь, такой первый рабочий день, все кажется таким сложным, трудным, хочется домой, бла-бла-бла. Вот сегодня у меня такое было. Немножко подрастроилась я на работе. Как это было, рассказываю. Мы с Настей решили сделать выпечку. Настя маффины шоколадные, я шоколадные печеньки, которые готовила дома. И всем они зашли, всем понравилось, всем было вкусно. Вот. Проблема в чем? В этот раз Настя заказала плитки шоколада. Я использовала калеты темного шоколада, то есть бельгийского. В этот раз Настя заказала в кофейню просто плитки шоколадные Милка, молочные. Естественно, они получились другие, но не в этом суть, я не от этого расстроилась. Мы начали их готовить, когда начался бизнес-ланч. Никого не было, вообще никого, никто не заходил, вообще никто. Настя такая: пойдем на кухню, типа, если кто-то зайдет, то быстренько выйдешь и все. Я такая: окей, мы начали готовить, я только начала топить шоколад с маслом и понеслась. Раз-двое зашли, два-двое зашли, потом еще кто-то зашел. Я такая думаю: блин, Настя-то готовит, а я такой человек, который, ну, начала работать, то буду работать сама, типа, темп наращивать, чтобы восстанавливаться после отпуска, да, болезненного. И все дела. Я никого не звала, собственно. Мне это бесило, что я одна бегаю, Настя готовит спокойно. Хотя, собственно, я сама виновата, что не позвала коллегу, так скажем, вот. Но меня бесило то, что люди приходят не вовремя.
Вот, я не против, типа, я всегда за, всегда с улыбкой. Мне там говорят, а мне еще сегодня сказали, что я хорошо выгляжу. Что было еще такого интересного? Да вроде ничего не было. А, мы попробовали новые напитки. Это был тыквенный латте. Сезонный напиток новый у нас будет. И раф. Вот, собственно, очень вкусно. Мне понравился раф. Тыквенный мне не зашел, латте. Но это, наверное, все-таки на любителя. Он такой со специями, я бы сказала, напиток. Вот, Настя дала попробовать, так скажем. Еще у нас с собой два глинтвейна. Один на красном вине, другой на белом вине. Сейчас мы их разогреем и выпьем. Вот, кстати, я пробую глинтвейн на вине первый раз. Вот такой вот, чтобы прям вот по правильному рецепту, так скажем. Да и, в принципе, наверное, первый раз. Мы нигде не покупали глинтвейн, я никогда не пробовала. И мы не покупали никогда смесь, чтобы сделать его дома. А, сегодня мы еще закончили 8. Закрылись вообще полностью, кафешку закрыли 8. С Настей доехали до ее дома, так скажем, или до ее друзей, потому что нам по пути, и поехали домой. Дома мы где-то, наверное, уже часа пол, да, где-то? Мы где-то полчаса дома. Вот уже родителям позвонили. Сейчас дождемся, пока достирает стирка, развесим, что-то посмотрим, покушаем и ложимся спать. Вот так что вот такой денек выдался. Ладно, не буду много времени у вас отнимать, потому что рассказать, ну, по факту нечего. Вот, сегодня просто был такой раскачивающийся день. Все, ладно, всем пока-пока и до завтра.